И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, или же Суперфрост, и сегодня вам расскажу, как на своем сервере, именно в Дискорде, сделать себе разноцветный или же радужный ник. Приступаем. А перед продолжением просмотра, прошу вас зайти на мой сервер Дискорд. Он был создан специально для вас, подписчиков. На сервере есть DJ-бот и много еще других ботов. Присутствует система левелов. Отличное оформление чатов и отзывчивые пользователи никогда не дадут вам заскучать. Также у нас проходит набор модератора. Если ты считаешь себя самым крутым на районе, смело подавай заявку модератора. Мы ждем именно тебя. Итак, после того, как мы создали наш канал, нам нужно пригласить бота, чтобы он тут все у нас сделал. Прям вот пах. Но перед этим давайте создадим две, так сказать, роли. Да, роли. Нажимаем на плюсик. Одна роль будет для нас. К примеру, магия. А вторая роль будет для бота. Вот у бота должна быть привилегия на все. То есть, вот это все нужно выставить. Если хотите, первые две выставлять. Ну, просто назовем... Пусть будет бот. В общем, мы должны отметить все вот эти штуки переключателя. Сохраняем. А, перед этим нужно вот эту вот этот бот переместить на самый верх. Прям на самый-самый-самый. Закрываем. Так, теперь переходим по ссылочке в описании. Итак, мы уже перешли на этот сайт, и теперь что от нас требуется? Нам нужно выбрать сервер, в данном случае это тест, авторизовать. Я не робот. Отлично, переходим в Дискорд. Мы уже в Дискорде, и вот чудо, появилось. Итак, мы уже на нашем сервере, и появился Ghostplay R4, бот. Чтобы нам сделать себе разноцветный ник, во-первых, нам нужно создать две роли. Первая для бота, вторая для нас. Итак, первая, значит, у нас будет, например, бот. Давайте бот. Бот, русский бот. Выдаем ему все привилегии, настройки роли по желанию. Основные права нужны всем. Так. Сохраняем. Вот эта роль бота должна быть самым вверху. Это обязательно. Создаем другую, еще одну роль. И она пусть будет владелец. Владелец. Почему бы и нет? Это будет наша роль. Выдаем боту роль бота, а нам роль владельца. Заходим в любой текстовый канал, пишем plus multicolor, далее пробел, число секунд, через сколько вы хотите, чтобы у вас менялся цвет ника. Например, я хочу 2 секунды. И потом пишем ту привилегию, именно роль, которая у вас сейчас есть. Например, у меня сейчас владелец. Владелец. Нажимаем Enter. У меня меняется ник. Nice. Цвет. Правда, он немножко баговый, то есть, как бы 2 секунды проходят, а он еще тормозит, и, ну, главное, что оно само меняется. Если вы даже не верите, настройки. Рекомендую вам наш канал, то есть мой канал Суперфрост в Дискорде, ссылочка в описании, заходим все, тут нас уже 6-7 человек, офигеть как много, но все же, в общем,
Всем удачи, всем пока, кому помог. С вами был я, Влад, я Суперфрост. Пока.